какая у нас дух с палочкой будет. Верстак нам понадобится. И еще нам понадобится печка. А как же, ребятушки, без печки, правильно? Так, так, так. Верстак. Ну вот такая вот. Всем привет, друзья! Мы сегодня будем с вами строить домик. Ну что ж, давайте приступим. Нашел я интересную полянку и, значит, будем здесь строить. А что я хотел построить? Какой домик? Будем небольшой домик строить. Так, давай, раз, два, три, четыре, пять. Сначала сделаем опалубку из кирпичей. Вот таким способом. Так, наполнение. Внутри у нас будут березовые доски. Давайте заполним все березовыми досками. Отлично. Вот такая платформа у нас, ребята, получилась. Так, дальше строим. Мы будем из кирпича строить. Сначала давайте построим свод. Так, 4 блока. И закрываем его. Также идем по периметру всего нашего будущего домика. И вот так вот достраиваем. Так, это лишнее у нас уже. И дальше идем. Это такой вот стартовый домик, я хотел сказать. Сделать, да? Также здесь наполняем березовыми досками. Это у нас будет потолок. В принципе, домик у нас можно сделать второй этаж домику. Но пока ограничимся одноэтажным. Так, дальше. По периметру у нас будет... Да-да-да, вот так вот сделаем. Это у нас будет, получается, крыша нашего домика. Это пока простой такой домик у нас, стартовый будет. Потом, если ты обязательно подпишешься на канал, то у нас будет потом в дальнейшем более сложные, более интересные домики. Берем, делаем все из желтого стекла. Вот так, есть один. У нас будет такая панорамка здесь. Большое-большое окно. Застраиваем. Отлично. Так, где у нас будет вход? Давайте вот здесь сделаем. Будет тут вход. Мне нужно ступеньки построить нашему домику. И сделать нам нужно найти дверь. Давайте найдем двери. А, вот такие вот березовые. Также мы берем двери. Ставим их здесь. Раз, два. Вот, отлично. И все, закрываем. Естественно, это все кирпичиком. Кирпичом. Вот так. Вот такой вот вход будет. Хорошо. Эту стену мы с вами будем делать полностью из, получается, из кирпичей. Здесь у нас будет кухня. Так, отлично. Ну и давайте сделаем еще такое вот окошко, чтобы было посветлее. Отлично, отлично, отлично. Вот такое, вот такая панорама. Да, может быть, кстати, стекло, может быть, другое возьмем. Сейчас посмотрим. Белое. Прозрачная, потому что что-то желтое мне тут не сильно нравится. Оно слишком яркое. Чтобы глаза у нас не болели. Стандартное такое вот стекло. Ой, так, вот здесь делаем. Достраиваем. Хорошо, вот такой домик. А нам нужно будет фонарь. Фонарь берем.
Вот такие вот фонарики. И еще можно такой декоративный. Декоративный фонарик. Это типа у нас будет здесь люстра, что ли, так сказать. Все, люстру сделали. Дальше. А здесь тоже будем делать такие вот выступы. И на них будет только голубенький такой. Голубенький цвет такой хороший. Также по всему периметру мы тоже будем с вами, ребята, устанавливать фонари. Добавляем фонарики. И еще здесь. А, здесь мы не построили, что ли? О, отлично. Так, давайте посмотрим, взлетим. Ну, такой домик у нас получается, ребятушки. Я думаю, считаю, неплохой. Ну, давайте мы его сейчас будем улучшать. Так, сделаем день сразу. Установим. Так, мне нужно будет здесь декоративные блоки. Давайте посмотрим. Листья тропического дерева, дубовые, хвоя, березовые. Давайте возьмем березовые, потому что при начале игры березы всегда много. Поэтому мы сейчас все это березкой красиво так все поставим. Такими блоками. Украшательство будет такое небольшое. Так, посмотрим. Ну, такой домик интересный получается у нас. Сейчас мы... Может быть, даже мы сделаем бассейн с вами, ребята. В этом домике, чтобы был бассейн. Хорошо, хорошо. Хорошенький такой домик у нас с вами получается. А, сверху. Что у нас будет сверху? Давайте сверху, наверное, все это будем закрывать. Так вот, блоками. Чтобы там у нас никто не жил. Внутри никого не было. Ну, как-то так, как-то так. Дальше нам нужно здесь поставить мебель. Да. Поставим кровать. Тоже будет у нас желтенькая кроватка. Мы ее давайте здесь поставим. Такая у нас двухспалочка будет. Верстак нам понадобится. И еще понадобится печка. А как же, ребятушки, без печки, правильно? Так, так, так. Верстак. Ну, вот такая вот кухня будет у нас. Прикольная. Так, если что-то надо будет где-то улучшить, ребята, вы обязательно пишите в комментариях, чтобы вы еще добавили в этом домике, что еще не хватает. Ну, а я с вами буду, ребятушки, прощаться. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Вот такой домик у нас с вами, ребята, получился. Я считаю, неплохой домик. Давайте мы его обойдем. И посмотрим. Вот такой домик. Так, этот уберем. Блок. Такой вот стартовый домик.